губернатора Ульяновской области появился цифровой день. Это рабочие сутки, которые глава региона полностью посвящает вопросам цифровизации области. Новый формат работы станет регулярным. У нас с вами сегодня такой особый день, цифровой. И он весь посвящен с самого раннего утра. Мы рано утром как раз собирались, связанные с цифровой трансформацией, с созданием новой цифровой модели управления территорией. Середину своего первого цифрового дня Морозов провел на совещании, где обсудил с коллегами вопросы подготовки кадров для IT-сферы и других отраслей экономики. Несмотря на то, что Ульяновская область – кузница айтишников, дефицит специалистов имеется. В отрасли информационных технологий сегодня не хватает больше 1000 работников. Речь идет не только о частных IT-компаниях. И в этом году мы принимаем на бюджетный набор 235 ребят, абитуриентов, по самому разному спектру специальностей. Другие вузы города точно так же выполняют прием. В этом году мы принимаем еще на бюджетный только набор 50 ребят, которые будут изучать информационные технологии в режиме СПО. В прошлом году количество учащихся, которые захотели связать свою жизнь с IT, выросло на 40%. На совещании также определили вектор развития среднего профессионального образования в сторону цифровизации. IT-технологии должны широко присутствовать в программах дошкольного, школьного и дополнительного образования, подчеркивает губернатор. Нам нужно формировать вот эту экосреду, так сказать, начиная, действительно, еще раз говорю, там, вот, с детского садика, со школы. Поэтому все вот эти наши государственные, муниципальные, как минимум образовательные учреждения – должны быть своеобразным таким плацдармом для вот этого интеллектуального, так сказать, рывка, который мы должны совершить с вами. Деловая часть встречи с IT-сообществом плавно перетекла в церемонию награждения финалистов конкурса проектов регионального фонда «Содействие развитию информационных технологий». Денежные сертификаты получили 5 проектов. Нашему проекту 2 года. В прошлом году его также поддержал фонд IT. Это у нас было создание ресурсного центра робототехники для жителей близлежащих сел, которые расположены возле нашей школы. Это 5 сел. Ребята обучаются основам робототехники и программирования. В этом году на полученные средства центр расширит свою техническую базу. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.